Вот понимаете, можно разное говорить про Владимира Владимировича, много разного. Но если брать, вот представьте, что это мой папа, да, к примеру, ну, президент. Он мой папа в каком понимании? Ну, вот это мой папа, да, он меня воспитывает. А вот страна, в которой мы живем, это папа над наш, ну, как бы, а мы дети, да, ну, так вот, я примитивно это, об этом говорю. И у папы не может быть недостатков. У папы все равно они могут быть какие-то, да. Нет идеальных людей. Во-первых, сложно. Потом управлять такой страной достаточно сложно. За 15 лет, по крайней мере, как бы там народ стал жить лучше. Как это было? Продавали нефть, не продавали нефть. Даже со всем тем критичным, к чему я отношусь, понимаете, что-то потеряли. И то, по крайней мере, сейчас пытаются, опять же, мы возвращаемся на верстать, потому что это видно, что без этого нельзя. Понимаете, но Путин сделал очень много. Я думаю, достаточно много. Не он один сделал. Естественно, ну, было сделано теми же людьми, и как-то что-то развивалось. Может, не совсем, как бы, мне, например, хотелось, но при этом все активные люди чувствуют себя достаточно хорошо. И тем не менее, посмотрите, какой уровень патриотизма в связи с его присутствием у нас есть. Все-таки, как бы там ни было, все рейтинги, насколько я смотрю и так читаю, все-таки все за него. Потому что люди боятся. Да, не дай бог. Вот так, что-то произойдет с Путиным для меня. Это будет ужасно. Потому что мы просто сейчас ощущаем какую-то такую вот отцовскую заботу. Неважно. Можем все что угодно говорить. Говорят, вот там правительство так себя ведет, там как-то. Я говорю, а как? Вы найдите мне альтернативу. Все говорят, давайте выборы придумаем в большом количестве. Давайте личности. Я не знаю, что там в кулуарах творится. Не знаю, кто кого там закрывает, кто кому там не мешает на выборах. Но на выборах нет лица, которое бы было противоречиво и так же интересно, как Путин. Если был бы такой человек интересный, как Путин, я думаю, тогда была бы живая конкуренция. Но таких людей мало, к сожалению. К сожалению, не надо тут уповать на что-то. Ну давайте тогда Собчак изберем президента. Может, она пойдет? Она тоже интересная девочка. Нормальная девушка совершенно, я ее помню, еще с брекетами в зубках. Такая нормальная, интересная, у меня дочка, я ее с удовольствием слушаю, к ее мнению иногда прислушаюсь, она умница в чем-то. Давайте ее выберем президент. Давайте попробуем вот сделать какую-то... Полно замечательных людей у нас, понимаете? Ну, правда, ей не потянуть, опять же. Вот давайте каждого поставим рядом с Владимиром Владимировичем, и что сделать? Не хочу ничего иметь против премьера, но он был президентом. Но все равно, вот как вот Владимир Владимирович, он... вот такой надежности я как-то в нем не чувствовал. А вот в Путине я ее чувствую. И я даже ему не завидую, потому что с такой страной еще столько мнений, ребята. И всех что-то лезут в чужой карман, считают. Сделано было много за 15 лет, начиная с Курска. Вот они как достали подводную лодку, вот было понятно. Когда его вывел, я помню, Ельцин, я смотрел как раз, когда он представлял Владимира Владимировича, вышел такой лысоватый, молодой человек, такой энергичный, даже мне показалось такой, немножко на бандита похожий, слегка. Такой, ну такой, прямо есть такой, спортивный. И люди уже не верившие, что что-то будет хорошо, он за те первые там несколько лет, люди стали в него верить. И он что-то изменил. Не он один, естественно, все меняли, но он, значит, умел руководить. Очень важно, когда человек умеет руководить. А наша страна не может жить без какого-то все-таки диктатора. Мне кажется, в России все равно нужен быть какой-то диктатор. Он не диктатор, но вот я считаю, что нужен все равно диктат сверху. Россия тогда будет процветать. Если это убрать, мы демократично жить не умеем. Мы, во-первых, потеряли вот эту некую неграмотность. Мы стали очень неграмотны, к сожалению. Не знаю, уровень образования упал. Даже если я учился на 3-4, мне кажется, я сегодня гораздо больше... представляю себя интереса, чем есть люди, которые учились на 5 в недавнее вот время совсем. Понимаете? Потому что уровень образования слабый, это мало. Мне кажется, вот этого не хватает. Да здравствует Владимир Владимирович Путин все-таки. При всех каких-то, может быть, и тех взглядах других людей там, на него. У каждого есть свое мнение. Ну, не знаю. Я живу с полной уверенностью в завтрашнем дне, по крайней мере, да.